Мы приехали на крутую достопримечательность Плая де Кафедралес на севере Галисии. Как видите, сзади меня огромные валуны, огромные скалы. Сюда надо приезжать во время отлива. Посмотрите графики в интернете. Вход на пляж платный, стоит 3,90. А сверху можно посмотреть бесплатно. Сегодня мы вернулись в сторону Ла Коруньи и нашли это замечательное место. Смотрите, на парковке мы одни. А еще здесь есть зона сервиса для автодомов. Можно сливать и заполнять баки. У нашего дома есть тент, берется палочка, достаем подставки. Все готово? Вот и поляна готова. Пивасик, хамон, колбаска, шикарный вид. Пятница. Мы с Леной забрались на большую, не знаешь, как назвать, колокольню, что ли. Над нами стоит Иисус. Это отделение с газом в нашем автодоме. Здесь два баллона, один из них запасной. Газ у нас используется для отопления, для холодильника и для готовки. Прощаемся с нашим домом на колесах.